Всем привет, доброе утро. Маргарита, у тебя такое счастливое, довольное лицо. Мы решили, что девчонки один раз в неделю будут дежурить на кухне. Сегодня очередь Маргариты, а Ксюша завтра. Я, конечно, буду помогать, подсказывать, но практически все сами буду делать, да? Так, на завтрак у нас будут панкейки. Хорошенько размешаем, потом добавляем муку. Молоко. И молоко, да. И тесто делаем не как на блины, погуще. Ну, в принципе, у нас сейчас обед, так что, мне кажется, это... Завтрак мы все равно пропустили, у нас это будет считаться как завтрак-обед. Время уже 12:30, между прочим. А так что мне обед не надо делать? Нет. Ну, уже к вечеру сделаешь ужин, и все. И все? Да. Да. Потому что сейчас, пока мы приготовим, покушаем, уже будет второй час где-то. К папиному приходу ты приготовишь ужин. Я хотела еще на улицу идти. Да? Я хотела еще на улицу пойти. Ну, потом пойдешь на улицу. Я хоть 2 дня буду отдыхать, не буду готовить. Я вообще-то хотела уже елку убрать, потому что Филька меня достал. Все-таки он все равно прыгает. Видите, что он делает у нас? Порядок наводит какой. Всех животных раскидал, всех оленей повалил, Дед Мороза повалил. Это нужно постоянно под елку закидывать эти свежие шкурки от апельсина. Тогда кошка подходить не будет. Когда они уже подсыхают, они не воняют. Теперь нет муку. Масло. Муку. Нет, масло только смазывать плитку. А-а-а. Теперь муку насыпай потихонечку. Нет, не знает, она не делала же никогда. Так, теперь насыпь сначала одну ложечку, потом перемешивай. Потом мешать. А почему на это мешает? Ну, потому я что... бы лучше с этой штукой, чтобы миксером. Не было комочков. А сейчас все равно комочков не будет. Почему? Потому что, я покажу. Нужно сначала густое тесто замешать, комочков не будет, а потом молоко добавлять и разбавлять потихоньку. Завтра у нас уже пятница. Через 4 дня уже школа. Сегодня да, вот так дома? Вот хорошенько размешивай. А как ты хочешь, чтобы я еще... готовила потом, если у меня школа? Мне же иногда до 5 школа. Ну, не знаю, там по субботу-воскресенье у нас есть. На выходные будете готовить. Когда тесто густое, комочки все это размешиваются. Так, все. Тесто у Маргоши готово. Сейчас будут выпекать. Смотри, которые ты первые заливаешь, те переворачивай. Вот эти вот, когда ты тоже переворачиваешь. А потом вот эти последние. Все, готово? Это у нас Маргарита сегодня на кухне дежурит. Да? Да. Сейчас, что за время? Сейчас полвторого. Время? Я же говорила, мы во 2:00 только будем завтракать. Завтрак, обед. Я думаю, в 4. Совмещенный. Ну, где-то к 4 надо приготовить, потому что папа 4:30 приедет. Уже надо начинать. Только приготовила обед, уже ужин надо готовить. А вот и снег пошел обещанный. Ты уже к ужину подготавливаешь? Ну, там как здесь сказать? 27. Нас 7 человек. Мама, сколько не ходили в подвал, принесли все коробки. Будь здорова. Так, где у нас лежали эти игрушки? Здесь, по-моему. Тут олени, все другие игрушки. Mm-hmm. Здесь знает. Тоже игрушки лежали. Тут пусто. Тут пусто. Здесь всякие украшения тоже лежали. А тут были новые. Да, сюда нужно новые игрушечки, которые я покупала. Вот этот? Вот эти вот. Да. Все, Филька, убираем елку. Где? Убираем елочку. Не с чем тебе будет играть. Да? Все.
Это все новое. И это тоже? Да. И сова. Угу. Где-то стеклянная была, вот она. Да что такое? Пыль, что ли? Не знаю. Пыль. Вот это вот я берегла, чтобы Филька не уронил. Не разбил. А еще есть? Это шишка? Или нет, это не упал шишка? Так, где-то должны быть здесь. Еще должны быть. Филя, давай помогай. Все шарики. Почему не должны быть? Где у нас коробочки? Да, вот туда. А тут они. Возьмем и часть заморозим, потому что это, конечно, много будет. Все, перекрутим сразу. Мяу, ты мяско хочешь? Я тебе потом фарш дам, ты же не прожуешь мясо. Мам, нам, по-моему, нужно новая тарелочка. Новая тарелочка? Да. Все, мы собрали. Девчонки, пока в комнате у себя не будут убирать. Эти коробки я в подвал отнесу. Мастер-фломастер, опять разбираешь клавиатуру? Ты не можешь спокойно сидеть, ей обязательно нужно что-то разобрать, собрать, отремонтировать. Тут клавиши просто не все работают. Поэтому посмотрим, что помотрим. Так это же старая клавиатура, ты ей не пользуешься? Не пользуешься? И потом знаешь, как собрать? Да. И помыть надо на все пыльное. Угу. И будешь сейчас зажарку делать. Все овощи нужно будет зажарить, морковку, перчик. А потом уже заправлять мясом наши макарошки. Филька мне сегодня укусил, прям вот под ноготь. Болит так сильно. У него острые клыки такие. Закончилась стирка, полотенце стирала. Сразу 7 штук полотенец, уже машинка полная. У нас уже вон сколько картона набралось. Нужно ехать выкидывать. Это картон. Это тоже все картон. Тоже картон. Это все картон. Так, тут у нас железные банки, склянки. Морковкой помогу, потому что тут она может порезаться опасненько. Cause we made
горит вон синяк какой на губе. Сколько грамм? Не знаю, там крути. А мне это лампочки. Как вкусненько выглядит. Ксюша, Ксюша, ты думаешь, что завтра будешь готовить? Нет. На завтрак и на... Ну, то есть на обед, завтрак, обед и ужин. Все равно мы встаем поздно, поэтому вам повезло. Больно! Обязательно на кухне так играть? И чуть-чуть туда играть, Макс. Макс, через 4... Сколько мне? 4-5 лет, когда мне будет 16, ему будет 11. Он будет такой, как ты? Да. Не знаю. 16-15. И вы так же будете себя вести? Да. Толкаться, драться, пинаться? Конечно. Ну, я не представляю просто. Да. Мы тут в прятки играем. Пакеты. Ищем Каролину с Максом. Нет, они туда убежали, Ксюша. Они в комнату убежали. В какую? Не знаю, там. Нет. Это? Значит, в твоей комнате. Под кроватью под твоей. Нету. Нету? Да. Где он? А, не знаю. Вера, попали за кресло. Посмотри. Ну, мы все комнаты проверили, скорее всего, у бабушки. Она его спрятала, наверное. А, нет. Макс, где? Не знаю я. Ко мне не забегал. Макс, ты где? Нет, он не выходил на улицу. Я же стояла на кухне. Макс! Макс, ты победил! Где он? Где ты был? А, у тебя! В моем шкафу? Как ты туда так залез? Кто? Ну, я бы не додумалась к себе шкафу. Каролина! Папе можешь 4 штучки положить. Мама, я хотела скейт-парк. Бабуле больше водички. Хорошо. Она любит больше бульон. Это папе. Да. Давай. Макс, мы надеемся на автомобиль раунд. Мне, да, мне тоже так, как папе. Так, ну что, оценивайте. Вкусно. Вкусно? Да. Получилось вкусно, молодец. Сейчас пока по одному разу в неделю, потом по два, по три и вообще. Вообще на кухню перейдете. Да, и перейдете на кухню. Ты любишь готовить? По настроению, да? Не всегда хочется. У меня хочется повар быть. Вот, повар, поваренок. Мы решили пойти покататься на коньках. Ты бы не тоже вот так делаешь, как Ксюша? Я тебе тоже сделаю. Да, ты неправильно надеваешь куртку, Макс. Капюшон-то наверху должен быть. Ты не хочешь с нами кататься. А значит, я возьму твои коньки. Можно? Не, до 7:30. Нету почти никого. Круто. А сейчас сколько? Ксюша, прям для тебя. Тебе не нравится, когда много народу? Ну, сегодня почти никого нет. Мама, знаешь, как тормозить надо на этих? Просто смотри вот так. Едь кто-то вот так. Да? Потом пахи назад. Домой. Мама. Маргарита зря с нами не поехала. Мама. Надо ей показать потом, как было. Давай.
Давай. Макс у нас уже сам начинает кататься. Вот. Без тюленя, потихоньку, потихоньку. Корпус вперед наклоняй немножко. Ой. Не хотят дети уходить. Через 5 минут уже закроется. Они последние 5 минут катаются. Видите, никого уже нету. Решили посмотреть фильм «Елки». Что с моим телефоном? Да, камера, мне далеко до камеры идти. Мы решили посмотреть 7-ю часть «Елки», потому что в субботу или в воскресенье мы пойдем смотреть 8-ю часть. Помнишь их? Как они на лыжах катались. Все, будем собираться спать. А я сейчас буду монтировать влог. Дети пойдут спать. Маргоша осталась у подружки с ночевой. Он долго на руках не сидит. Надо. Филин, надо. Нет, не надо. Сказала. Да. Да, пусть его посидит. Давайте, ладно, все, ложимся спать. Всем спокойной ночи. Пока. Пока.